Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Система хабов, оборудованных складов лекарственных средств с небольшим торговым залом используется Сбер и аптекой для регионального развития. Сегодня ПАО «Сбербанк» и наше привычное отношение к «Сбербанку», оно в корне меняется. Это не только ребрендинг, который случился, и мы сегодня говорим в целом о технологической компании. Когда «Сбер» в прошлом году вошел своим капиталом в Е-аптеку, дополнительные финансовые средства были инвестированы. За последние месяцы по стране открываются подобного рода учреждения. Максимальная цифровизация и автоматизация – главное, на что делается акцент при использовании хабов. Экосистема, которая создана Сбером, это не только банковские услуги. Это и доставка продуктов питания, заказ такси. И, конечно, это сервисы доставки медикаментов. Склад вмещает порядка 12 тысяч наименований безрецептурных лекарственных средств, косметики, БАДов, медтехники и других медикаментов. Здоровье – это ключевая ценность. Ключевая ценность для каждого из нас. Поэтому Сбер поставил себе задачу дать возможности нашим клиентам, нашему населению, если необходимо, и лечиться, да, и вот в этой части предоставлять сервисы и возможности. У нас уже достаточно большой набор предложений в лице Сберздоровья, который мы для населения оказываем. Ну вот приобретение Е-аптеки расширило существенно те возможности, которые мы предоставляем населению в части заботы о своем здоровье. Сделать заказ можно онлайн, через приложение и ожидать доставку на дом, либо прямо в Сбераптеке, чтобы оформить самовывоз или опять же доставку. Такой способ особенно актуален и безопасен для граждан группы риска в период пандемии. Срок доставки, возможно, клиент выбирает тот удобный интервал, когда он будет находиться дома, он может сделать заказ, находясь на работе, и в указанные интервалы, то есть они у нас на данный момент трехчасовые, в ближайшее время будет запущен часовой интервал в периметре где-то 2-3 километров в радиусе хаба, клиенты смогут получать свой товар в течение часа. В текущем году Сбер планирует открытие хабов еще в 76 городах страны. В том числе наращивается присутствие в регионах Черноземья. На днях открыли филиалы в Белгороде, пару недель назад открыли в Воронеже. И впереди, в ближайший месяц, мы откроем в Липецке, в Тамбове и в Орле аналогичные хабы. Минцифра включила сервис «Сбер и аптека» в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Первый благотворительный заказ в новом хабе был оформлен совместно с губернатором Курской области. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.